Друзья, артрит, артроз, бурсит. То есть воспаление суставов на конечностях. Сначала суставы воспаляются, через какое-то время идет обострение, разрушаются хрящи на этих суставах. Чем вы себе можете помочь в данном случае? Вам понадобится 1 литр медицинского спирта 96 градусов, 1 литр меда хорошего майского. Главное, чтобы это была первая качка. То есть, либо это майский мед, либо это мед акации. То есть, хороший качественный мед. И вам понадобится сок крапивы жгучий. То есть, все это делается по сезону весной. Никакие там концентраты аптечные или заморозка какая-то вот там морозили. Ничего не подходит. Только именно вот натуральный сок крапивы. Ну, в наше время с такими мясорубками сейчас это вообще не вопрос насобирать там 2 мешка крапивы и получить литр сока крапивы. То есть, понимаете, да? Все это смешивается, тщательно смешивается, стоит сутки при температуре там 22-25 градусов, ну, то есть в темной комнате. Через сутки ставите в холодильник. Сутки еще в холодильнике стоит. И вот на третьи сутки начинаете принимать по одной чайной ложке 3 раза в день перед едой данную настойку. Все, что вот у вас получилось, 3 литра, да, вот ее всю необходимо пропить. Это около полугода у вас уйдет. То есть, грубо говоря, кому делать нечего, каждый день пить настойку и, ну, следить за своим здоровьем вот таким образом, то, пожалуйста, пропейте. Полгода, сами заметите, как вы избавитесь от этого недуга.